Смертельное ДТП, автоматы, наркотики и неудачное знакомство в интернете. Об этом коротко далее. ДТП в Михайловском районе. На 363-м километре трассы Харьков-Симферополь водитель «Опеля» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком «МАН». В результате аварии погибла пассажирка немецкой иномарки 96-го года рождения. Водитель с травмами разной тяжести доставлен в больницу. Ведется расследование. Автоматы, наркотики. Незаконный груз был обнаружен патрульными в салоне БМВ на улице Седова. На автомобиль была дана ориентировка департаментом противодействия наркопреступности. Ударил ножом, забрал телефон. Таковы последствия ночной посиделки девушки в компании своего брата и знакомых. Инцидент произошел у остановки школы в Хортицком районе. Во время распития спиртного возникла ссора. Один из участников достал нож и нанес ранение девушке. Как рассказал патрульным ее брат, и отобрал у нее телефон. Подозреваемый был вскоре задержан. Знакомство в интернете закончилось кражей. Иностранец познакомился в сети с двумя девушками, пригласил их к себе. Позже к ним присоединился их знакомый. Хозяин вышел в соседнюю комнату, а вернувшись, обнаружил отсутствие и гостей, и телефонов, и планшета, и денег. Он вызвал полицию, вскоре патрульные обнаружили подозреваемых, которых пострадавший опознал. На место была вызвана следственно-оперативная группа.